Представляем японский инструмент от фирмы GSI Creas, который выпускается в серии Mr. Hobby. Это открывашка для банок. Казалось бы, зачем она нужна? Банки можно открывать руками. Оказывается, не все так просто. Я вам продемонстрирую. У меня есть уже открытая упаковка. Здесь вот показан рисунок. И сейчас вам все станет ясно. Наверняка многие из вас сталкивались с проблемой, когда вот старая, да, уже пыльная банка, ее проблематично открыть. У вас есть баночка, вы ей пользовались, и случайно краска попала под крышку. Вот это открывается легче. Ну, здесь более-менее все хорошо, но видите, вот подтек. В данном случае крышка открылась хорошо, и проблем нет. Но иногда крышка открывается с трудом. Так вот, руками ее открыть проблематично. И нужно либо использовать какой-то специальный инструмент. Некоторые зажимают в дверной косяк, ломая при этом дверь, или сам косяк, ну, или повреждая, да. А теперь есть вот такой вот инструмент. Значит, у него есть ответная такая штука. Резиновая, силиконовая, да. Не резиновая, силиконовая, из прачечного силикона. Вы вставляете туда банку, вставляете крышку, упираете под резьбу. Либо с одной стороны, либо с другой. Вот, видите, вот это хорошо налегла здесь. То есть вот это вот здорово, да? А вот это, с этой стороны, там другая немножко резьба, здесь не находит. И берем вот эту, подобрали, зажимаем в руке. И, видите, легко открываем. Теперь можно и руками. У нас при этом, видите, она вся в краске, засохшей. Но открылась практически без каких-либо усилий. Вот. Давайте попробуем, ну и так вот ее легко снять. Ну вот, допустим, банк, это была Tamiya, вот это GSI Creas, в принципе, то же самое. Вот. Также зажимаем. Вот это вот потяжелее. Оп, все. Открутилась. Видите, тоже сняли, открутили. Вот. С помощью этого нехитрого девайса значительно облегчается ваша жизнь. А здесь еще есть такой же лобок. Ну, те, кто раньше покупал краску GSI Creas, знают, что у них у баночек была не такая круглая крышка, как у Tamiya, да, а она была с таким зауживающимся носиком и с плоскостью сверху. Вот эта плоскость вставлялась вот сюда, и, соответственно, вы могли вот так вот проворачивать. У меня, к сожалению, не осталось этих банок, давно уже все высохли, я их выбросил, но еще где-то год назад они у меня были, и, в принципе, в старой коллекции у людей они есть. А поскольку у GSI Creas есть замечательное средство для восстановления старой краски, вы можете попытаться открыть эту краску и добавить туда средство, и краска восстановится. Пигмента там остался, собственно, там только разбавителей нет. Вот, поэтому она подходит для, видите, для трех, получается, типов, для трех типов крышек банок. И как для Tamiya, так и для GSI Creas. Удобный инструмент. К сожалению, с нынешним курсом валют он стал достаточно дорогим. Но такая штука, вы ее покупаете один раз, она у вас остается на всю оставшуюся жизнь. Сделаны из прочной, хорошей пластмассы, и облегчит вам жизнь, и, так сказать, позволит снова и снова использовать краску, даже если вы забыли протереть крышечку. Еще раз напоминаю, это GSI Creas, номер его GT56, такая открывашка для банок, замечательная.